еще больше закусок на праздничный новогодний стол, переходите по ссылке «Закуски и салаты для праздничного новогоднего стола». Ссылочка под видео. Готовим закуску на праздничный стол. Я сварила яйца и теперь их почистим. Я, как всегда, их чищу быстро и хорошо. Вот так мы немножко взбили и чистим. Они, посмотрите, сами чистятся. Ополаскиваем и сюда. Вот они. Оп. Казус вылетел. Красота. Так вот они чистятся. Шикарно. Чистим яйца. Легко и просто. Готовим. Яйца готовы. Что я делаю дальше? Свекла. Но она у меня не вареная. Просто нарезаем ее. Она красит красиво так. И сюда добавляем к яйцам. Куркума тоже засыпаем сюда. На глаз. И заливаю кипятком. Ждем, когда наши яйца приобретут желтый и красный цвет. 10 минут где-то прошло, как я положила яйца сюда. Они закрасились уже. Посмотрите. Убираем красивые. Я хочу на салфеточку промокнуть, чтобы они были сухие. Так, теперь свеклу убираем. Посмотрите, какие они красивые. Разрезаем на половиночки аккуратненько. Убираем желтки. Разминаем наши желточки. Добавляем горчицы. Пол чайной ложки. У меня острая горчица. И добавляем майонез. 2 чайных ложки. Все хорошо разминаем. Добавляю натертый сыр на мелкой терке. Все хорошо перемешиваем. Отварная свекла. Натрем ее на терочке, тоже на мелкой. Зубочек чеснока добавляем. И добавляем майонез. Друзья, майонез по вашему вкусу. Немножко, чтобы было сочно и вкусно. Смотрите, какая получается вкуснота. Также мы накладываем сверху на наши бутербродики. Закусочка вкусная будет.
селедка, у меня филе. Нарезаем кусочками, какие нам нравятся. Укладываем сверху. Бутербродики с рыбкой. Такая красота. Ну и украсим. У меня есть петрушка, которая растет на окне. Еще больше закусок на праздничный новогодний стол. Переходите по ссылке «Закуски и салаты для праздничного новогоднего стола». Ссылочка под видео.